скалы, что-то типа интро, может что-нибудь там и не интро, так сказать, в общем и о чем-то конкретном. Ну, вроде бы как 31 минута, в принципе, можно начинать, кто еще не подрубился, подрубится. Так, зашарить рабочий стол. А это все или только те, кто были в Акаю? Это все или кто были? Нет, это все, все, все. Рабочий стол видно? Кому-нибудь? Видно. Все, отлично. Ну, понеслось. Вот такое начало. Ну, что у нас будет, просто ты не знаешь, как правильно записывать в линке этот видео? В линке записывать видео. Ну, я просто, я жмакнул, но не знаю. Макс, ты можешь посмотреть, правильно я записываю тут видео в линке? Это Женя попросила. Нет. А? Линк. Знаешь, как видео в линке писать? А? Мне просто митинг прислал на понеделок. Правильно это? А, как записать? Пожалуйста. Ну да. А, ну куда файл сохраняет? Написал? Ребят, замотайтесь, пожалуйста, кто не спикер. Ну окей. Так, а видите? Ну да, на митинге, на тренинге, да. Попросил написать. Все. Так, ну, собственно, вроде бы там все угомонились, можно начинать, наверное, как я подозреваю. Еще раз, рабочий стол всем видно? Да, все окей, видно. Привет. Все, отлично. Всем привет, меня зовут Богдан, фамилия Снисарь. В общем-то, поговорим про Скала. Как-нибудь поговорим. Ну, с чего можно начать? Скала — это JVM-язык, который запускается на JVM-машине. Возник он в далеком 97-м году. Идеей этого языка был такой чувак, как Мартин Одески, который был причастен к разработке самого Java. Там замьютать, если не трудно, потому что как-то себя еще слышно. Ну, в общем, был причастен к разработке Java, собственно, засветился в написании всяких дженериков к массивам. Вот если кого испытывает боль, то это все вопросы к нему. Собственно, после того, как он там поучаствовал, был причастен к написанию каких-то странных, непонятных языков типа F, но это никому не интересно. И потом все-таки выдал на гора такую концепцию, как Scala, собственно, в своем университете, где он там сейчас и работает, вроде бы как. Вот. И с того момента она успешно, долго и благотворно процветала, как-то развивалась в своем каком-то комьюнити, варилась, ну и вот, в принципе, сейчас уже имеем версию 2.11.6. Собственно, о чем вообще поговорим? Поговорим о каких-то таких базовых вещах и, может, углубиться в некоторые вещи, которые ее отличают от существующую Java. Ну, в принципе, если и так вот посмотреть сверху на все то, что было напридумано, ее можно разделить на как бы две такие части. Первая часть, в принципе, если свыкнуться с синтаксисом, это вся та же старая добрая Java. Она, в принципе, ничего не дает. Ну, вопросы, может, немножко удобные сегодня. И вторая, это какие-то вещи, которые полностью кардинально отличаются и даже расширяют то, что мы имеем в текущем. Собственно, поговорим про mutable и immutable, функции, коллекции, монады и type system. Собственно, начнем с mutability. В принципе, здесь довольно много презентаций, там слайдов, в интернете, если порыться на эту тему. В принципе, это можно все свести к паре тезисов. Первый тезис, что immutable объект, он более
прозрачен и более наблюдаем, чем не immutable объект. Immutable объект, в принципе, не требует какой-то синхронизации. Собственно, почему у Scala всегда, вот там, когда за ней заходят слухи, все говорят там что-то про concurrency, вот вроде как слышали там concurrency от Scala, и как-то вот это один из таких кирпичиков, на котором удобство точного кода на Scala строится. То, что у нее очень удобен синтаксис, и сама она, в принципе, когда проектировалась, подразумевалась больше уклон в immutable конструкции, коллекции и прочее, и прочее. Собственно, как это выражено? Выражено это в том, что есть какие-то два вида переменных, val и var. Val это в байткоде выглядит как любая переменная с приставкой final. То есть, если мы ставим var, это по умолчанию там все будет final. Отсюда идет хороший, отсюда этим уже все и сказано. Var это обычная переменная. Второй элемент с immutable это то, что все переменные во всех методах являются immutable. Это то же самое, если мы в методе ставим перед параметром final. Собственно, здесь вот и показано. У нас есть reassigned val, то есть что мы с ним делаем? Мы пытаемся что-то переассайнить в уже созданную переменную, что-то пытаемся переассайнить в var переменную. В принципе, это все, если смотреть на вот эти вот непонятные скала и знак больше, это есть такая штука, как REPL, которая может, в принципе, запустить этот код и выполнить. Дальше будет пару слов про мьютабилити. В принципе, как нам говорят отцы, такие как Джош Блох и Дагли, это то, что делает код проще и, по крайней мере, чище. Может, даже не чище, а более прозрачен для того, кто с этим кодом работает. В принципе, здесь много букв, и, наверное, всем утомительно их читать. Из-за того, что довольно много тем хочется покрыть, некоторые вещи про мьютабилити в скалы, думаю, я немного потом или дорасскажу уже в конце, или пока пропускаем. Потому что в скале, дальше будет показано, есть довольно удобные способы создания мьютабл объектов, но возникает вопрос про, как объект мьютабл, как его, например, я хочу ему потом поменять какое-то поле, как это сделать. Для этого, в принципе, есть такая теория, называется function lenses. Это такая штука, как линзы, и, в принципе, если будет дальше время, пример скажем. Ну и, собственно, тут другие техники, которые, наверное, не относятся больше к языку, а больше к некоторым подходам и прочему. Тот же Zipper и другие вещи, типа там Scala Z. Основное то, что нам рекомендуют отцы-основатели. В принципе, есть хорошая книга программирования Scala, вышла уже вторая редакция. Предпочитаем вал переменные везде, где можем. То есть, где нам, собственно, все равно, что там. Если уже нам точно надо переменная var, то есть та, которую можно будет переассайнить, используем ее. Идем дальше. Функциональные основы. Функции. В принципе, в Scala функции называют first class citizen. И некоторые чуваки ее приравнивают даже к типу данных. Хотя, наверное, это как-то странно. Что о ней можно сказать? Первое, можно сказать, что в Scala все возвращает что-то. Любое выражение что-то возвращает. Даже if-else возвращает какое-то значение. Дальше я сейчас это покажу. К примеру, вот парочка примеров. Первый пример. У нас есть if что-то там 42, else минус 1. Это является, в принципе, валидным каким-то выражением, которое нам что-то вернет, в зависимости от значения. For comprehension, когда у нас есть какой-то цикл, и мы что-то возвращаем. Это тоже будет, наверное, какое-то значение. В принципе, def random, это def, это приставка для обозначения всех методов, функций и прочего такого подобного. Она возвращает тоже какое-то значение. Что здесь может сразу показаться странным? Нет типов данных, вроде бы как. Все переменные что-то обозначают, но типов данных нет.
Scala, он был говорить сначала, но Scala это строго типизированный язык, но он поддерживает вывод типа, так называемый type inference. Во всех этих случаях компилятор во время компиляции выведет нам какой-то тип в эти переменные. Возникает вопрос, к примеру, можно даже проиллюстрировать. Будем его проиллюстрировать, да? Пример вот. Проиллюстрирую. Вот есть, к примеру, Ripple. Это какая-то выполняемая среда, в которой можно запустить сразу код, и он как-то там нам выполнится. Ну, можно сказать, хочу переменную на 1. Он говорит, это int. Он сразу же во время компиляции определил, что 1 может быть интом, и присвоил нам туда int. Если я скажу, что int равен 2, он скажет, ну нельзя, это уже файл переменная. Все то же самое характерно для функций, методов и всего остального. Везде, где нужен какой-то тип, он сам попробует как-то его привести. Мы можем ему указать явно, что мы хотим... Мы хотим явно int. В принципе, это вполне валидный вариант. Иногда это полезно, когда метод возвращает что-то более сложное, чем int. Например, там есть несколько каких-то if-else, и в одном из вариантов что-то он возвращает. В принципе, дальше потом уже будет трудно понять, что вообще там скомпилилось. Лучше сразу явно задать, что мы хотим получить, и дальше уже компилятор сам проверит. К примеру, возникает, у некоторых может возникнуть вопрос, как быть, если я положу в лист там много разных других растранных элементов, типа string, int и что-то другое. Ну, приведение типов, в принципе, довольно простая вещь, она всегда пытается вывести какой-то один общий тип. В данном случае, если мы запихаем один строку и какой-нибудь класс мой там какой-нибудь person, то он выведет один общий тип, который any называется. Дальше там будет показана иерархия классов и прочее. Вот. Но в принципе, на самом деле вещь очень такая полезная и хорошая. Какие best practice в плане вот именно переменных и прочего? Какие-то переменные класса всегда желательно и следует указывать с типами. Это в принципе делает более простым чтение и понимание кода. Локальные переменные, которые мы используем в классе, в принципе, допускается использовать уже без типов, если там все понятно из названия самой переменной. Например, вот в последнем варианте getRandom он вернет нам double. Функции. Функции, как говорился, являются first class citizen. То есть они могут быть приассайнены к переменным, приниматься как параметры, собственно, вызываться и как-то по-другому жить и вести себя. Здесь, на самом деле, довольно много всего происходит. Наверное, надо будет сейчас рассказать подробно. В принципе, Java и Scala запускаются на MGVM, и там должен быть один main метод. Мы его видим в самом конце. Dev main args что-то там. Это то, что запускается. Но нет такого понятия, как static. Как ни странно, в Scala полностью выпилили понятие static и ввели такую вещь, как object. Object timer. Object — это, скажем так, некоторый класс, который является синглитоном. Если мы называли что-то object, этот класс будет создан в одном экземпляре и где-то там, какому-то там синтетической переменной засанен. Полностью потока безопасный, собственно, там эталонный синглитон. Дальше, если мы хотим где-то получить ссылку на этот один существующий класс, мы просто пишем таймер. Собственно, это сразу там будет ссылка. Потом дальше покажем, посмотрим. Здесь мы видим, что у нас есть какой-то метод once per second, ну, принимает callback. Тут сразу много происходит. Как мы видим, во всех переменных методах сначала пишется имя, двоеточие, потом тип переменной. В данном случае у нас есть параметр callback, который типом является функцией. Функция записывается в вот таком вот
интересном виде, как что-то вы что-то, что довольно просто и удобно. Если сравнивать, к примеру, вот с Java 8, когда там появились вроде бы как тоже функции, мы там что-то пишем, мне кажется, все-таки вариант с такой записью является более правильным и удобным. Потому что, ну, по сути, функция — это что-то, что принимает какое-то значение и возвращает что-то значение. И в определении функции в скале мы сразу видим, что какой тип она принимает, что возвращает. В принципе, больше из нее ничего не требуется, ну, там ничего делать и не должна. В данном случае двойные пустые скобки означают, что она ничего не принимает и возвращает юнит. Юнит — это такой тип данных. В принципе, дальше там, когда перейдем к основам ООП, этот тип данных был введен в виде void. В принципе, в Java есть какой-то метод, который возвращает void. Ну, как бы он ничего не возвращает. В Scala, как уже говорилось, все что-то возвращает. Поэтому был придуман тип, который обозначает ничего. В принципе, само обозначение unit довольно старое и уходит к старым добрым функциональным языкам. В принципе, ничего не выдумывали, в принципе, просто использовали готовую теорию, собственно. Собственно, в этом методе что-то происходит, вызывается callback, и поток спит 100 секунд. Еще одна особенность — это инфиксная аннотация, когда thread, какое-то подчеркивание, ну, просто пустое место sleep, пустое место 100, на самом деле компилится в старый добрый вызов метода. Просто в этих вариантах можно опустить точки и скобки. Называется инфиксная аннотация. На самом деле она может ввести в заблуждение и как-то там сделать код менее читабельным. Но, в принципе, есть best practice, которые уже состоялись в комьюнити по поводу того, вообще, как это все использовать. Типичное поведение — это если мы пишем что-то в инфиксной аннотации, это является чистой функцией. То есть этот какой-то кусок кода не имеет каких-то сайд-эффектов. Он что-то сделает, и ничего вокруг не поменяется. В принципе, нам что-то вернет в ответ. Это как бы типичная практика, которую можно увидеть в коде каких-то фреймворков или других, в принципе, в каком-то коде. Собственно, вот пример передачи в метод какой-то функции. Функция может быть записана в таком варианте, как на первом варианте. Она может быть заассайнена к переменной, и она может быть передана в виде параметра. А еще, к примеру, от нее может там наследоваться, ну, это такое. В первом варианте doubled. Эта штука называется анонимная функция. Мы, в принципе, ее сразу здесь и говорим. Вот у нас есть какая-то переменная, и она нам возвращает. Сразу же что-то сделав, к примеру, просто умножив на 2. Если мы это, к примеру, мы можем просто показать. У нас есть, к примеру, нет, f1, просто какая-то функция. Она принимает int, возвращает int умноженный на 2. Этот тип данных — это функция, которая принимает int, возвращает int, ну, является функцией. В виде скомпиленного вообще кода функция — это некоторый класс, который называется function. Там есть где-то 22 типа этого класса function, в которых разница только в том, что параметр, ну, короче, метод, который выполняет само тело функции, принимает на один агрегат больше. Ну, короче, функция может быть в зависимости от входящих аргументов. Вот от пустого входящего аргумента до 22. То есть, если я запишу тот же пример с функцией 2 и скажу, что, в принципе, она ничего не возвращает, он не скомпилит, потому что он скомпилит. Но когда мы его выполним, он там скажет не очень хорошо. Но, как мы видим, есть function 0. То есть это функция, которая принимает ничего и возвращает нам что-то. Кстати, на самом деле он скомпилился, потому что у нас в скоупе уже есть i вверху. Поэтому он скомпилит. Если, к примеру, я здесь скажу, какая переменная, он какую не найдет. То есть это
статически компилируемый язык, который, собственно, на момент компиляции проверяет полностью весь код. Хорошо. Идем дальше. Функции параметризированные, они могут принимать какие-то generic параметры, и дальше, там, когда поговорим про систему типов, про это скажем отдельно. Но, как мы видим, система типов, она немножко отличается от Java, везде все дженерики ставятся справа от объявления какой-то переменной или метода и в квадратных скобках. А на самом деле это куда удобнее читаемее, чем то, что в принципе видно. Но почему в Java сделаны с этими больше и меньше, это отдельный вопрос. Там, в принципе, это, если интересно почитать, там с проектированием языков связано. Другой пример. В принципе, это тот же самый. Вот по поводу того, как оно выглядит. Как я уже говорил, если использовать текущее Java 8, в принципе, кажется, что там функции есть, но, блин, зачем вы думаете, что это новое, как бы. Вот, к примеру, мы принимаем какой-то предикат. У нас есть какой-то фильтр, мы принимаем какую-то коллекцию, какой-то предикат. То есть, ну, как предикат, понятно, это что-то в булевское выражение. Но, как по мне, все-таки, когда у нас есть просто описание того, что он принимает и что возвращает, как-то это более читаемо и понятно. Основы ООП. Scala — это чистый объектно-ориентированный язык, то есть там, как бы, когда мы пишем код, там нет примитивных типов. В скомпиленном уже байткоде примитивные типы есть, но когда мы пишем, они существуют. Как бы их нет. Когда мы заглянем в какой-нибудь класс, представляющий какой-то тип, это реальный класс, у него есть метод плюс. Как ни странно, в Scala, ну, собственно, не странно, как и в плюсах, вполне можно переопределять переменные, операторы, ну, переменные операторы, в принципе, творить много всякого дела. На самом деле, если посмотреть в библиотечные классы, там очень много всякого дела, написанного с использованием каких-то там значков. На самом деле, что довольно вводит заблуждение, и, наверное, чуваки, которые это писали, они были немножко, ну, так сказать, не сильно забылись о том, как это потом можно будет читать. В принципе, там есть обычные методы, ну, какие-то там их сокращения в виде каких-то знаков. В принципе, это все касается коллекции, но такое. Значит, все является объектами. Первое. Классы, как обычные классы, ничего нового. Есть такая штука, как case-класс. Это класс плюс некоторый сахар от компилятора, который делает там, например, много. Ну, не много, а некоторые вещи за нас, чтобы, так сказать, не напрягать пальцы. Object — это такой встроенный синтетик. Он, как уже говорил, ну, собственно, абстрактные классы. И еще такая штука, как трейты. Кто смотрел на Java 8, это вот... В принципе, вот эти дефолтные методы в интерфейсах, вот это вот, так сказать, трейты появились там давно-давно-давно. В принципе, в Ruby еще есть трейты, вот, более-менее похожи на то, что есть здесь. Ну и вот из-за того, что есть такая вещь, как трейты, или примеси, их еще называют, есть некоторое подобие множественного наследования. Кто смотрел в Groovy на Groovy трейты, вот видно, откуда они копипастили. Идея иерархии классов. Как мы знаем, в Java есть один общий какой-нибудь там object, вот, и вот там все от него наследуется и так далее. Здесь они немножко отошли от этого подхода из-за того, что, во-первых, возникла такая штука, как простые типы, которые они выразили в виде каких-то классов все-таки. Ну, как бы, в сорцах он выглядит как класс. В скомпилированном коде эти классы заменяются на обычные простые типы значения, где это возможно. Поэтому есть один какой-то общий тип any, который это просто что угодно. Top type его называют в литературе. И есть два отдельные ветки. Это anyVal, anyRef. AnyVal это все, что является простыми типами данных, собственно, int, long, short, boolean, покрывает все типы данных, существующие в Java. И в Scala 2.10 появилась такая штука, как value классы. Дальше про нее посмотрим. Это, ну, такая вот интересная вещь на самом деле. И параллельная ветка, которая называется anyRef. Это все, что является классами. Собственно, наши обычные классы.
Тут какие-то были примеры придуманы. В принципе, есть обычные абстрактные классы. Как видно, все-таки классы записываются через... метод записывается через dev. Ну и приставка abstract никуда не делась. В принципе, потом вполне можем от них унаследоваться. Единственная такая вещь, как конструктор. Мы, в принципе, можем сразу на лету создавать конструктор для этого класса в виде вот сразу имя класса, открываем скобки и погнали переменные, которые мы должны там указать. В принципе, в данном случае есть интересная вещь, которую можно заметить. Все переменные, которые мы определяем в любом классе, недоступны прямо вот как переменные. Они доступны через синтетические методы, которые являются не геттерами и сеттерами, кто знаком с Groovy. Там сразу генерируются геттеры и сеттеры, в данном случае нет. Там некоторые синтетический метод, который это называется имя переменной underscore, там, в общем, такая страшная херня. В примеру, в этом случае, когда вы написали в абстрактном классе val birthday, то в его наследнике мы сразу этот val birthday присваиваем. Ну, дальше, в принципе, там переопределяем методы. Если в методе нету входящих параметров, можно скобки опускать вообще, как видно, вот dev lifetime. Примеры про трейты. Как я уже говорил, в трейтах возможна ситуация с множественным наследованием. Как это разруливается? Он берет самый последний из реализаций. Если у нас встречается, к примеру, там, в 5 трейтах одинаковые методы с одинаковой сигнатурой, в принципе, правило про сигнатуру никуда не делось, оно как Java, так и в Scala перемигрировало. Ну, даже все, собственно, на одном платформе, то берется самый последний из объявленных трейтов. Это как бы такая коллизия, которую, по идее, хочется избегать, и вообще best practice вообще так не делать. Но с трейтами возникло довольно много интересных подходов и паттернов, которые можно использовать. Некоторые из них, честно говоря, если так задуматься, выглядят немного странно. Все-таки, может, их придумали, чтобы показать, что вот такая есть крутая фича. Но, тем не менее, на них можно посмотреть. Один из вариантов называется cake pattern. Это когда, например, у нас есть какой-то большой класс, он перегружен какими-то методами. Мы можем их разрезать на какие-то примеси и оставить наш основной класс в виде каких-то основных функциональностей. И потом через with что-то там добавлять его функционал. Это может выглядеть как, например, у нас есть тигр, with когти, with там, камуфляж и что-нибудь другое. К примеру, дальше этот когти можно переиспользовать на другие какие-то там классы. Здесь какой-то простенький пример с общими какими-то там вещами. Например, как сразу можем в этом primary constructor называться. Можем сразу в нем засанить какую-то переменную. Она сразу там будет засанена. Вот пример с withOrder. Это такая интересная штука, на самом ордер, которая в глубине включает там много, на самом деле, интересных подходов, которые, наверное, дальше, там, если не забуду, расскажу. Но мы, вот, к примеру, добавляем в зомби примесь, которая говорит, что теперь эти зомби могут быть сравниваемы. У них появляются сразу уже там определенные операторы, как больше, меньше, больше или равно, меньше или равно. Все это является методом. Как это на самом деле реализовано, это отдельный вопрос, довольно интересный. Как на самом деле это больше или меньше там отработает. И там ближе к концу, если будет время, я думаю, там уже порассказываю. Вот пример с cake pattern. Например, у нас есть трейдер, он что-то продает. У него есть метод «посчитай наш хороший профиль». И у нас есть некоторые два дополнительных трейда, как fixed tax и commission. Интересная особенность. Мы можем в трейте, как бы в трейте this это нормальный this, он указывает нам блин на трейд. Но у него есть какая-то штука как self. Self это ссылка на то, что этот в итоге этот трейд реализуется. Все-таки он абстрактный, как бы, и у него должен быть все равно какая-то реализация. И мы можем указать прямо тип self. На что это укажет? Это укажет на то, что
Богдан, ми тебе не чуємо. Алло. Все, тепер окей, дякую. Наверное, здесь был шум в комнате, он сам замьютался с участием человека. Кривная машина. Ну, в общем-то, не знаю, где там потеряла связь, поэтому есть особенность указывать тип того, кто может реализовать этот трейд. В данном случае мы сказали, что он может реализовать только трейдер. Это выглядит так. У нас есть new trade, что-то там ему передали, with fixed task, with commission. Дальше мы вполне можем сказать там new trade principal, там минус calculate commission, calculate task. То есть таким образом мы, получается, разделили весь функционал на какие-то маленькие компоненты и сделали какую-то общую примесь из них всех. На самом деле компилятор выводит этот тип, например, и он, эта переменная будет иметь тип, как мы тут его назвали. Это будет trade with что-то там, with что-то там, with что-то там. И он, не, к примеру, если мы хотим его куда-то потом передать в другой метод, он не позволит. Как бы trade и trade with что-то — это не одно и то же. И с этим надо быть аккуратным. На самом деле этот пример просто показывает возможность, и использование его в настоящих каких-то проектах очень редко встречается. По крайней мере, я не видел, вот если там смотреть какие-то сорцы библиотек, чтобы такая штука использовалась. Это просто там в блоге того же Deski было рассказано, что вот есть такая крутая возможность, чуваки, смотрите. Там есть много интересных подходов, типа там stackable trades и прочая ерунда. Если будет интересно, можно порыться и посмотреть. Можно ли использовать такое в реальных каких-то проектах? Наверное, нет, потому что оно как-то все-таки делает все довольно неявно. Pattern matching. Еще одна сильная особенность, которая пришла в Scala из функциональных языков. Собственно, надо было говорить сначала, но Scala такой типа компромисс между ООП миром и функциональным миром. У них как бы вот они взяли и оттуда что-то, и получилось такое вот. Что-то получилось. Pattern matching — это явная ерунда, которая пришла из мира функциональных языков, в принципе. Из того же Haskell, если оно там есть. В принципе, на нем можно посмотреть как на switch какой-нибудь, но это не совсем правильно. Это некоторый такой конечный автомат, который что-то принимает, к примеру, int, и у него есть там целый набор правил, по которых он его сверяет. Мы их описываем в виде case. А если ни один case не прошел, он кидает нам mismatch exception. По exception, кстати, такой маленький буквел, они все unchecked, и на этом буквел заканчивается. Что здесь мы говорим? Мы говорим, что case, если это единичка, мы возвращаем 1, если 2 это 2, если что-нибудь вообще что угодно, то many. В принципе, match возвращает какое-то значение, в принципе, как и все в Scala. Поэтому вполне валидный кусок кода. В нем есть очень много всяких вариантов, как его использовать. На самом деле они сначала могут там, если с ним начать играться, вызвать какой-то там все-таки много вариантов, но потом привыкается, очень удобная вещь. Здесь можно указывать какие-то или значения, какие-то if значения, можем указывать if что-нибудь. В принципе, очень много вариантов. Входящие параметры проверяются по значению, по типу, по. Здесь хороший пример. К примеру, у нас есть аргумент и value. Мы берем, пишем их в виде вот такой вот штуки, которая называется tuple. Кто знаком с Python, вот tuple — это то же самое. В принципе, просто какая-то пара значений от 2 до 23, если я правильно помню, или 24, ну не важно. Собственно, на каждую эту штуку там создается класс, который называется tuple там 1, tuple 2, tuple 3, ну, собственно, и понятно. Вот. В данном случае pattern matching вполне с ними хорошо справляется, и мы можем прямо так и указывать, что мы хотим принимать. К примеру, в первом случае он говорит, первое значение минус 1, а второе дай нам тут в виде перемен. Мы им дальше можем
присвоить. Здесь мы явно указываем типы, плюс мы можем указывать какие-то if statement, дальше в case значениях и так далее, в принципе. На самом деле описать все возможные варианты довольно тяжело. И, ну, в плане, вот если начать как-то практиковать, все-таки как-то писать, оно само более-менее приходит и вполне нормально помнится. На самом деле, паттермачинг очень полезная вещь, используется очень много где, если смотреть в сердцах библиотек, ну, собственно, в других штуках, типа там, как, там есть некоторая вещь, как называется, partial function, ну, в общем, вот этот case, сам вот этот механизм, когда у нас есть case и описание некоторых ожидаемых там, по сути, вот паттерна, который мы ожидаем. Это используется не только вот в паттермачинге, там и в других вещах. Вещь очень удобная и, в принципе, если мне посмотреть, можно указывать пустые какие-то, вот, к примеру, я хочу просто мапу, которая каких-то двух неясных типов, там, или лист чего-нибудь, или лист еще чего-нибудь, там, типа один и что-то еще. На самом деле это можно было переписать в другом синтаксисе, но это вот такой там есть небольшой переизбыток все-таки возможностей. Чем есть некоторое затруднение для людей, которые хотят попробовать или что-то не пописать, и, в принципе, для выбора того, использовать ли Scala для какого-то проекта, за то, что в самом языке есть очень много разных фич, которые слишком... их просто слишком много вариантов. В принципе, там, если уже и выбирать, то надо как-то четко вырабатывать код конвеншн и то, что мы используем, что нет, и дальше на это потом, дальше смотреть, как оно пойдет. Да, что мы оставляем за бортом пока, во что это все компилится, в принципе, Scala все-таки запускается, как уже говорилось много раз, на JVM, и все эти особенности языка в итоге все-таки компилятся в какой-то байт-код. В принципе, можно порассказывать за то, во что оно компилится, как они вообще выходят с этими примитивными типами данных, во что они как бы пытаются вывести, там, как они делают с ними, с коллекциями, ну, короче. Но это вот, наверное, все-таки займет слишком много времени, и мы не успеем рассказать, что вообще там дальше. Ну и, конечно, хотел показать больше примеров использования паттермачинга, но не все сразу. Такая важная вещь, как коллекшн. Коллекшены можно разделить на два вида, которые они представлены в языке. Это mutable и immutable. На самом деле immutable немного некорректное название, когда это рисовал, наверное, я что-то на меня нашло. На самом деле их правильно называть persistent. Не в плане persistent, как там Hibernate, там какие-то, да, есть коллекции, а дальше там, если не забыл вставить определение. Собственно, persistent — это некоторый вид коллекции, который на каждое изменение возвращает некоторый снапшот в себя. Новый. Но старый как существовал, так и существует. Дальше там, если в примерах и каком-нибудь маленьком демо, это можно будет показать. Mutable коллекции называются немножко по-другому некоторые, но та же самая Java код и та же самая реализация. В принципе, ничего нового про них сказать нельзя. Immutable. Здесь все интереснее, их на самом деле меньше. Это общая иерархия, но там их на самом деле немного меньше, они показывают немного разную производительность в некоторых моментах, они используют немного другие алгоритмы. На самом деле там все mutable коллекции посвящены одному чуваку, которого имя забыла, фамилия Куросаки, который написал одну крутую книгу Functional Data Structure, и, собственно, благодаря ему возникла вообще такая вещь, как какие-то там абстрактно-синтаксические структуры, который еще является immutable. Это было когда в 70-х годах. Дальше немного рассмотрим про алгоритмы, но не все, потому что это заняло бы много времени, но какие-то рассмотрим. Это общая иерархия коллекций, которую мы можем увидеть в языке. Есть какой-то traversable, есть какой-то iterable, в принципе, iterable. Scala Collection Iterable, не путать с, собственно, ним все свое написали. Есть какие-то дальше sequence, сеты, мапы. Sequence — это последовательность. Есть index sequence, linear sequence там, и прочее.
смотрим коллекции. Сейчас вернемся. В коллекциях что хорошо, что есть очень такого хорошего, это то, что там определены очень много вещей, которые называются функциональный оператор. То есть это, ну вот кто игрался там или писал на Groovy, там, к примеру, есть у всех коллекций есть какой-нибудь там метод, который collect, который на самом деле не в коллекции, а где-то там, типа, компилятором поставляется. Вот там, здесь все сделано по-простому, есть интерфейс iterable, и в нем оно все определено. На самом деле это немножко выглядит странно, потому что открываешь его в... Просто его открываешь, и там 100 с чем-то методов, или больше, там 150 их, наверное. Ну, короче, их много. Вот. На самом деле, когда я от него наследовался, там тебе, типа, переопредели один метод, ну, обычный для iterable, вот, и, типа, у тебя раз, и он там может уже, там, какой-нибудь map, там, типа, фильтроваться и все такое прочее. В принципе, виды этих functional операторов, вот кто смотрел на Java 8, вот там есть map, который, к примеру, там, трансформирует любой элемент коллекции, flat map и прочее, оно все там определено. Правда, есть пара интересных вещей, которые пришли больше. Но все-таки как Java 8, так как такое развитие, то здесь они все-таки взяли много из функциональных языков. И есть такой очень удобный подход, который встречается, собственно, в других functional языках. Это fold. Метод fold right, fold left и прочее. Это просто, можно, в принципе, сделать маленькое демо по этим всем методом и прочим. Вот, к примеру, у нас есть какой-то... Вот, у нас есть какая-то коллекция. Записываем мы ее вот в таком вот синтаксисе. По умолчанию сразу создается immutable, то есть она говорит immutable. Вот эта штука list. Открытие скобок, какие-то переменные, это... Сейчас она что-то вернет. Она вернула нам лист. На самом деле это scala collection immutable list. Почему мы не пишем здесь scala.collection, ну короче, вот не пишем полностью тип пакета. В принципе, можно углубляться в детали, но если это интересно. Или, к примеру, пойти дальше по коллекциям. Ну, наверное, все-таки можем углубиться немножко. В общем-то, есть такая штука, как предеф, это все, ну, к примеру, в любом классе, когда мы что-то пишем код, есть какой-то набор чего-то уже пред... Какие-то импорты, какие-то там преопределенные значения, короче, то, что мы можем там, к примеру, мы же не импортируем там Java lang пакет. Вот то же самое вот они называют пакет предеф. То есть туда еще запихано разного... в виде там импорта всех коллекций и прочее, прочее. Туда можно просто в него зайти и посмотреть, что там импортируется вообще. В данном случае там импортируется scala.collection.immutable.list. Когда мы вызываем вот так вот, вот эти две скобочки, это будет обращение к объекту, который там существует в этом пакете, который называется list. Вот у него есть там один метод. Дальше вот надо было в functional части рассказать вообще, как что надо сделать, чтобы быть функцией. Но чуть-чуть позже тогда уже, когда мы вернемся. В данном случае он вернул какой-то лист. У него есть целый набор методов, которые, в принципе, пришли к нему из иерархии, которые дают им возможность что-то делать с этими листами. Очень все похоже на то, что мы можем видеть в стримах в Java 8. В принципе, вполне себе устоявшаяся практика. Ну, каждый элемент листа что-то с ним сделал. Но теперь начинаются интересные моменты. List это все-таки immutable, или как ее называют, persistent collection. И работа с ней довольно отличается от того, что можно, и к чему обычно привыкли, там, поигравшись с Java. С Java коллекциями. В данном случае, когда вот мы выполнили эту операцию, вернулся какой-то результат. Результат 0. Это означает, что любая модификация этой коллекции вернет какой-то снапшот, то есть что-то вот, какое-то другое состояние. Но хотя у нас есть и переменная А, которая, блин, ссылается на коллекцию 1.2,
а здесь она 2.4. В данном случае, собственно, из-за того, что мы перебираем все значения коллекции, она вернет нам тупо новую копию. Там, в общем, к примеру, про коллекции. FlatMap – это оператор, который принимает элемент коллекции и возвращает коллекцию. Можно сказать лист 1, вот так. То есть возвращаемое значение, он просто там делает из них один большой элемент. Там есть много всяких штук. Есть вещи как reduce, fold и прочее. Вот fold, к примеру, очень удобный оператор, и, честно говоря, он, поигравшись с этим делом, начинаешь замечать, что ты начинаешь весь, все, что ты делаешь с коллекциями, пытаться вывести в какую-то fold операцию. И это потом, когда пишешь какой-нибудь Java код, все равно пытаешься это делать, и как-то это потом себя дергиваешь все время. Его идея в том, что, к примеру, если мы хотим сказать fold left, мы делаем вот так. Сюда мы скажем, ну пусть это будет set. Так мы можем создать set. А здесь мы что-нибудь делаем с тем, что... Что сюда приходит? Сюда приходит какой-нибудь аккумулятор. Это то, что мы передали в первом сюда аргументе. То есть это какой-то инициализирующий аккумулятор. То есть то, куда мы будем что-то складывать. А сюда приходит каждый элемент коллекции. К примеру, мы назовем его и. И будем потом сказать а плюс и. Пойди работает, да? Fold. Здесь есть некоторое... Вот. Заработало. Что происходит? Вместо акк подставляется наша новосозданная какую-нибудь коллекцию, и в и подставляется каждый элемент входящего списка. Что произошло в первом варианте, почему он не скомпилился? Потому что есть такая штука как type erasure, и компилятор скалы не может все-таки определить, какой же ему, черт побери, нужен тип вот этого сета, что там у него должно лежать. Должен явно это указать, собственно, он не настолько... Ну, собственно, это даже невозможно для компилятора это определить. Поэтому мы прямо говорим, там int. Если мы скажем там string, он как-то скажет, ну, чувак, как бы все отлично, но когда вот именно функции мы захотим в string добавить и, как-то он не захочет этого делать, все-таки у нас коллекция стрингов, туда не пихается. Плюсик — это оператор с коллекцией, собственно, который называется добавить что-нибудь. У них там довольно много вот этих вот всяких обычных операций, которые выражены в виде каких-то вот операторов. В данном случае set — это тоже immutable коллекция, и когда мы ее вызываем плюс, произойдет так вот называемый snapshot, то есть он вернет нам какое-то новое значение, новое состояние этой коллекции. Вот. В следующем заходе функции он следующее состояние оно может поставить как переменную акк. Чем это хорошо? Чем реально это хорошо? Тем, что коллекция полностью защищена от модификации любых потоков. То есть она там, все ее переменные, все, что там внутри сложено, оно сложено как final переменная. То есть любые ее модификации, ее можно совершенно безопасно шарить между любыми потоками, куда угодно отдавать, даже между не просто потоками, просто куда-то передавать, не боявшись, что там что-нибудь там поменяется. Как обычно там оборачивается какой-нибудь unmodifiable что-нибудь и куда-нибудь отдается там наружу. В данном случае, в принципе, этого делать абсолютно не надо, потому что оно все не может быть изменено. Оно может быть изменено, но мы этого не видим, у нас есть какое-то ее состояние. Как этого достигается вообще? Ну, собственно, fold left, fold right — это... Почему left right? Это порядок того, с какой стороны коллекции мы будем начинать наш проход. В некоторых вариантах алгоритмах это может быть иметь существенную разницу в производительности. Ну, не существенную, но какую-то будет иметь точно. Как это все устроено? Здесь я немножко описывал вариант того, как с ним можно работать. Вот есть еще, к коллекциям относят тюплы. То есть это какие-то пары значений, собственно, там. Ключ значения, там, дальше и дальше, в принципе. Мапы.
Мапы создаются точно так же, вот таким синтаксисом. А вот эта штучка, когда мы пишем минус и больше, это такой синтаксис для, ну, как шугар для того, чтобы быстро создавать тип. Например, я хочу создать один. Ну вот мы получили какой-то тип двух значений. Хорошо, пойдем немножко дальше. Есть основные операторы типа map, flatmap, filter, reduce, shift, и их там очень много на самом деле, и всех перечислять это займет очень много времени. Они все, всех их, что они делают, понятно из названия, но это такое. Поговорим про сами коллекции. Как достигается то, что мы каждый раз возвращаем? Ну, в принципе, я тут пару алгоритмов всего лишь указал, там другие, наверное, больше времени, наверное, займет, и как-то немного не та направленность будет уже в презентации. Обычный лист. Когда мы что-то добавляем, он выглядит как просто цепочка значений. Это обычный линк, как бы односвязанный список, когда у нас каждый элемент имеет связь со следующим элементом. Когда мы что-то добавляем, у нас есть метод prepend. Например, мы добавляем слева к списку. То есть, как бы prepend. Это выполняется очень быстро. Мы просто создаем еще один элементик списка и туда вставляем ссылку на предыдущий. Если мы хотим, блин, что-то удалить. Мы хотим удалить, например, какой-нибудь Y. Ему нужно будет пройти WX, потом дойти до Y. Прошедшие элементы перебросить ссылку на Z. Ну, короче, любая модификация листа, которая называется в как алгоритм, как constList, будет итерирование до этого элемента и копирование всего, что он прошел. Собственно, там, ссылок. Отсюда некоторые... В чем это хорошо? Хорошо в том, что работа с его головой, то есть все операции с передним его элементом, prepend и прочее, они очень быстро. То есть, если говорить про сложность алгоритмов, это O от 1. Все, что связано с итерированием, или тем более модификацией, к примеру, по индексу, собственно, это лист, он по... у него есть такая возможность, это все будет итерирование. Ну и если мы хотим, к примеру, set какой-нибудь там элемент по пятому, то все от 0 до 5 он скопиранет, все остальное дальше он трогать не будет, но все равно на каждый раз будет возвращаться на новый снапшот. Чем это хорошо? В принципе, можно писать очень удобный код, когда мы работаем только с его головой. Для этого, к примеру, у нас есть лист. Раз, два. У листа есть вещь как head. Это первый элемент, и у него есть tail. Это весь его какой-нибудь там хвост. Собственно, на этом можно строить очень удобные обходы листов, там какие-то его итерации и прочее, и прочее. Ну, такой вариант алгоритма. Второй алгоритм, который можно было рассказать. На самом деле, здесь много вариантов, как мы его используем. Например, ставка в конец, понятно, будет O от N. Ну, короче, наверное, это будет уже отдельный доклад, если когда-нибудь он будет, про вообще алгоритмы, которые там существуют, и вообще сложности их разных операций. Другая, сильно отличающаяся от других структур, это вектор. Вектор возникает тогда, когда нам нужна такая persistent коллекция, которая позволяет доступ по индексам. К примеру, мы говорим индекс лист равно вектор. Ну вот у нас такой есть вектор. Он позволяет, вроде бы как, он должен хорошо позволять нам доступ по индексу. К примеру, d2, 3, 4, 5 элемент. Но он immutable. Как этого достигается? Алгоритм сам называется Array Hash Map Try. Такое странное название. В принципе, в Java коллекция не встречалась. Было придумано тем же Куросаки. Как он выглядит? У нас есть... Когда мы создаем элемент, нам создается массив на 32 элемента. Например, мы вставляем 1, 2, 3, 4, короче, до 32. Доходим до 32, потом он говорит, все, я, короче, все это. И он создает вместо новый или массив, но вместо
значение в каждую его ячейку, он будет задавать ссылку на точно такой же 32-ячеечный массив. То есть он будет ветвиться. К примеру, вот здесь показывается. Вот, к примеру, в данном у нас есть какое-то много-много элементов. У нас есть какое-то V1 переменное. И мы говорим, дай нам по какому-нибудь там 32-й ключ. Он пойдет в... Ну, собственно, этот ключ, он будет там брать первые 5 битов, он посмотрит значение для первого того уровня, следующие 5 битов для второго уровня, и дальше он будет опускаться вниз, пока не дойдет до нашего элемента. Это сделано для того, что при модифицировании какого-нибудь элемента нам не нужно было копировать все полностью, нам просто нужно скопировать один массив, который содержит ссылки там на что-нибудь другое. Блин, тут я не показал, еще он был поднаходить слайды про модификацию его, но вот когда ему нужно поменять 32-й элемент, он создаст первый массив, вот, к примеру, на... Тут отмечен каким-то грязно-желтым 32-битный массив, скопирует туда все ссылки на другие массивы, а вот тот массив, который содержит наш 32-й элемент, он его скопирует, но уже с измененным 32-м элементом. То есть это уменьшает количество того, что ему нужно вообще скопировать, но в то же время позволяет эффективно осуществлять доступ по индексу. И, в принципе, этим этот алгоритм хорош. Чем он плох? Плох, когда там очень много элементов, он очень сильно разрастается. Поэтому, в принципе, его проектировали, так, собственно, если посмотреть там на скала документации, там написано, что он является некоторым компромиссом между скоростью доступа и персистентной структурой. Поэтому его, в принципе, рекомендуют использовать для каких-то коллекций, которые не там по миллионам элементов и прочее, и прочее. Но если у нас меньше, он очень хороший компромисс, который показывает хороший баланс между скоростью и затратами на модификацию элемента. За бортом вот знали сложности, очереди Q, которые там... В принципе, есть отдельный алгоритм, называется Baker Queue, это, вот, собственно, как устроены мапы. Мап, в принципе, он похожий алгоритм, но там они для подсчета индекса ячеек используют хэши. Собственно, он ищет хэш и потом берет там первые 5 битов, там следующие и следующие для определения все-таки того, где лежит этот. И другие какие-нибудь, там есть такая штука, Citrine, ну, в общем, вот так она произносится. И такая вещь, как TreeMap, да, она там тоже сильно отличается, и вот до того же Kurosaki там считалось, что вообще нельзя сделать персистентную древовидную какую-то структуру, он там что-то написал, и как-то все стало хорошо. Есть, в принципе, в интернете очень хороший доклад по всем этим видам структур, которые так и называются, Functional Data Structure. Кому интересно, можно потом посмотреть и почитать. Тут много, на самом деле, остается еще за бортом в плане коллекции. Не только по поводу их производительности, но и по поводу того, собственно, как их хорошо использовать. Но это уже когда-нибудь. То есть они требуют целого отдельного доклада. Но единственное, что мы про них можем сказать, это то, что они хорошо модифицируются, позволяют... имеют два разных типа режима работы, это можно назвать так. То есть у нас есть persistent вариант и mutable. В зависимости от задачи мы можем выбрать или то, или другое. Ну и так далее. На самом деле можно было еще порассказывать много про сам язык, но еще одна вещь. Ну, в принципе, все, что я рассказывал до этого, это... В принципе, та же самая Java, которую мы уже увидели сейчас. Это все то же самое. То есть не просто какой-то синтаксический сахар, ну, на самом-то деле. Даже те же вот эти persistent collection можно получить в обычном Java коде. Есть, как пошла мода на языки на основе JVM, есть такой язык, как Clojure. И чувак, который он написал, язык очень классный на самом деле, он все эти persistent collection просто в виде какого-то одного dependency посоздавал. Его можно подключить к себе в Java код и спокойно использовать. И мы получаем все те же алгоритмы, все те же производительности, его плюсы и минусы,
достоинства и недостатки, но в обычном Java коде, в принципе. Но есть некоторые особенности, которые все-таки как-то вот делают язык немного другим, чем то, что мы можем получить. Монада. Все-таки, когда проектировался Scala, он делался, как я говорил, компромиссом, и там много идет от функциональных языков, а функциональные языки — это, в принципе, монады. Есть такой чувак, Эрик Липперт, который говорит, что монада — это некоторая особенность типа, которая просто дает ему некоторые правила и некоторые операции. Что такое монада? В принципе, если зайти на Википедию, там очень странное описание. И почитав его, как-то не понимаешь вообще, что это такое, нафиг оно надо. Вот я тут кинул две хорошие ссылки, которые очень для интересующихся поможет вообще понять, что это такое. И посмотреть на это, что тут такое. Это, во-первых, хороший блог вот этого Три Джеймс. Очень хороший человек. Там очень доступно и хорошо описано, что такое монада и, в принципе, некоторый его формализм. В целом, это просто некоторая обертка над типом, которая дает ему какие-то там особенности, что-то ему говорит. Хороший пример — это просто посмотреть на практике, как оно выглядит. В принципе, если потом это поизучать, оно как-то само ложится в голове и уже потом можно использовать нормально. Обычный пример с Java кодом. У нас что-то возвращается, и у нас есть очень много проверок на null. Обычная ситуация, когда как-то хочется этому избежать. В Java этого никак не избежишь. Ну, в принципе, в Java 8 там появилось вот что-то похожее на option, вот, если кто уже смотрел. Но все-таки это немного не то. В данном случае здесь много проверок на null. В Groovy есть такой оператор, как safe оператор, когда мы можем, в принципе, безопасно выполнять какие-то операции. Но он не показывал, как бы он ничего нам не дает в виде наблюдаемости. То есть просто этот оператор, он, ну, как бы, да, он безопасно выполнится, но как-то, если мы хотим передать куда-то null, нам как-то говорить, это может быть этот переменный null, не может быть, ну, короче. Поэтому monoption — это такая тоже довольно старая структура, она еще из древних функциональных языков пришла. Это просто какая-то коробочка, которая может быть или сам, или none. Сам — это просто внутри что-то лежит, none — это ничего не лежит. Есть какая-то общая абстракция, которая называется option. В принципе, в коде так и реализовано. Как это выглядит? У нас есть какую-нибудь там перемену. Это, собственно, обычный класс. Его можем воспринимать так. Можем сказать, вот, у нас есть какой-то greeting, и вот у нас есть что-то, что является стрингом, но он может быть, его не может. Ну, как бы, это может быть ничего. Мы можем сказать, что это сам, то есть там что-то лежит, или нам. То есть там ничего нет. Но что потом, как бы, зачем это нужно? Ну, во-первых, это явно говорит о том, что этот элемент может быть, может не быть. То есть он, как бы, может быть null. Два. Это то, что... Это все-таки монада. И как монада, она следует за некоторыми его законами. В принципе, их там всего лишь два, но в дополнение к ним там выражено очень много вот тех самых методов, которые называются функциональные операторы из iterable. То есть монада — это такой, как бы, коллекция на один элемент, которая, кроме того, что она там все несет какую-то семантику, она еще и позволяет, к примеру, как-то по себе итерироваться, фильтровать, модифицировать. Вот в данном случае у нас есть age, option string. Если у нас он вернул туда сам, метод map нормально отработает, и мы получим в итоге сам 32. Надо хорошо проиллюстрировать. На самом деле это очень интересная практика, которая хорошо на... Так.
хорошо показывает нам. В данном случае, когда я определил переменную А и положил туда 1, он проверил. Секунду. Да, тут вообще кто-то еще есть на линии? Кто-то еще слушает этот? Слухай. Да, честно говоря, оно немного занудно, но все-таки там много вещей, которые можно было бы интересно обсудить. Ну вот, это, наверное, вот предыдущее можно было пропустить, это не так сказывается на вообще на подход написания кода, как то, что вот дает нам эти монады. В данном случае я туда что-то передал, и он определил, что это не null, и вернул нам сам. Теперь мы можем с ней совершенно безопасно модифицировать в виде, там, не знаю, а map, к примеру, подчеркивание, плюс 1, да? 2. Это не null, что это, и оно дает нам совершенно безопасный способ, без проверки там на null, что-то с ним делать. В принципе, тогда мы весь код, когда пишется с помощью option, он, в нем просто нет каких-то проверок на то, что ничего нет. У нас просто есть какая-то монада, и мы ее там как-то модифицируем с помощью этих функций. Там, каждая эта операция возвращает нам монаду, мы берем, дальше модифицируем, и у нас такая цепочка модификаций. В принципе, все счастливы. А если туда приходит null, где-то вот на этой цепочке, где-то посередине, что-то вернуло null, эта операция проверяет там внутри у себя на null и возвращает нам нан. И дальше все остальные операции просто будут возвращать нан, потому что где-то там что-то сломалось, там, и оно дальше уже все пойдет. В принципе, там есть много методов, можно как-то его там, как называется, restore и прочее, прочее, но в принципе, вот вся его суть в том, что это какая-то обертка, которая позволяет работать с ней, как с этой же оберткой, но несет в себе какой-то контекст. Что-то облегчает. Кроме, как бы, ну, хорошая самая идея, то есть мы как такой тип данных оборачиваем и что-то с ним делаем. Можно вопрос да, построить по поводу? Смотри, ты говоришь, если встретится null, то первая будет, допустим, первая встретится раз, да. Дальше будет null, каждая последующая операция, да? То есть в Java мы, проверяя на null, допустим, какую-то функцию, мы можем сразу вернуть значение, вообще не делать никаких операций дальше. А здесь получается, если у нас там 10 или 20 следующих операций будут, они будут выполняться, просто надо возвращать, правильно? А они выполняться не будут. Ну как, просто сам нам он написан, тоже как бы люди, когда его писали, они про это подумали, ну зачем нам дальше что-то делать. Когда вызывается метод, собственно, это как бы в иерархии, это выглядит, у нас есть какой-то option, и у него два наследника, сам и нам. В option есть какой-то набор методов, сам эти методы что-то делают, а в NaN они просто возвращают то, что к ним пришло. Ой, то есть не то, что пришло, они, короче, возвращают NaN в ответ. NaN это у нас, он объявлен как object, то есть он как бы создается один раз на все, и каждый раз мы возвращаем его один и тот же. То есть да, методы будут вызываться, действительно, то есть эта вся цепочка, она пройдет до конца, но просто каждый раз это просто будет какой-то холостой вызов метода. Он ничего не будет делать, он будет возвращать, он вызовется, вернет нам null и пойдет дальше. То есть каких-то, да, есть некоторые накладные расходы на то, что мы все-таки что-то как-то вызываем много каких-то методов, но по сути это будет как стабы, можем называть их так. Ну вот это вызов холостого метода, он насколько затратный по сравнению, вот, допустим, как, с какой-то операцией как, обычной? Как вызов обычного метода. Ну, то есть, вот, наверное, самый простой вариант просто глянуть на сорцы. Они довольно простые, понятные, но мне их тут я никак не подключу и не гляну. Ну, окей, ну, в принципе, я вопрос понял. Спасибо. Да. Просто маленький еще примерчик показать, да, вот у нас будет. Option null.
Да, вот, блин, я когда рассказывал про типы классов, я немного не рассказал вообще, как Scala живет с null, блин, вроде такая вещь, вот как он, вот здесь как раз мы видим, вот, тип null. А, из-за того, что все возвращает значение, им пришлось ввести в систему типов такую штуку, как bottom типы. Ну, короче, к примеру, если у нас что-то бросает exception, компилятор типа думает, ага, exception это какой-то там тип на самом деле. И этот тип, он типа подходит для всех, если так упрощать. То есть он как бы является субтипом для всего и вся. Ну, в принципе, он подходит для всех, и компилятор не ругается. Вот здесь null он как бы воспринимает какой-то тип. Вот мы видим none. Если мы вызовем там любую операцию на этом, и он берет там none. Да. Там и да, это тоже такая интересная вещь. Он воспринимает вот это вот подчеркивание. Это вроде такой быстрый синтаксис для получения первого элемента. А из-за того, что я не указал тип вот для option, то есть он как бы вот его вывел на то, что больше всего подходит. Вот это тип null. А тип null не имеет оператора плюс, поэтому никак. А вот тут работает этот тип вот. Ну, это такое, в принципе. На самом деле же option очень вещь. Она, к примеру, хорошо паттермачится. То есть она используется для паттермачинга. Если мы хотим явно проверить, там у нас null, не null, мы можем его засунуть в паттермачинг. Мы можем посмотреть в option, есть метод там ifPresent, ой, isPresent. Ну, короче, вот. Просто какой-то контейнер, который несет в себе некоторую особенность, семантику, это можно назвать. Как бы сама идея монад, это не только option, это вообще такой большой концептуальный подход. Я вообще сюда хотел впихнуть там и какие-то слайды там по монадам, там есть книга по этому делу, там много чего есть интересного, но это будет как-то слишком, ну, да и много, и ничего не успеем. Поэтому там хорошая вот ссылка, которую я дал сразу, в начале, и вот она очень хорошо все рассказывает. Второй момент, это который они придумали хороший, это try. Все связанное с эксепшенами. Семантика та же самая, у нас есть success, есть fail. Выглядит вот так, к примеру. У нас есть что-то там, мы парсим как URL, он бросает нам exception. Мы можем его написать, ну как бы код говорит, ну exception бросается, к примеру. А, но мы можем его, ну, как бы в Scala на все unchecked, но на самом деле, как бы он бросает exception. Мы хотим это как-то отловить. Ну, вот, есть try-catch обычный, но есть некоторая более интересная вещь, когда мы в самом нижнем варианте. Мы обращаем его в виде try. Куда, что же происходит с exception? Куда он исчезает? Вот, как, ну, вот, тоже краеугольный камень, вот, если заглянуть в сорцы, там оно выглядит вот так. Вот там есть try-catch, мы что-то выполняем, если оно сломалось, возвращаем fail. Вот эта вот интересная штука, вот эта вот такая вот, типа, равно и больше. Это то, что тоже пришло из функциональных языков. Называется call by name. Java все методы вызываются call by value. Вот. Call by value это когда мы что-то передаем в метод. И, к примеру, это что-то, ну, к примеру, у нас есть метод, и в него мы передаем какой-то там, не знаю, 1 плюс 1. И сначала вызывается 1 плюс 1, то есть он посчитает, потом только передаст 2 в метод. А вот для Scala мы можем явно сказать, что нет. Короче, сначала чувак вызови метод, передай туда непонятно что, и потом, если только мы первый раз туда обратимся, к этой переменной, то только выполни это там вот исчисление. На самом деле такой вот, как бы, вариант lazy кода. Без какой-то пример, на самом деле, даже сам эта концепция, она не так уж очевидна. И вот есть пример кода. На самом деле, он это демонстрирует. Мы есть два метода, мы два раза его вызываем, два раза передаем, и нам вернулся вот в println, написала такой результат. Это обычный call by value. То же самое, но мы добавили эти значки, которые обозначают это. Вызываем и видим, что у нас поменялся порядок выполнения. Потому что сначала мы
обратились к переменной x, потом к y, и вот оно так и выполнилось. Все отлично. С помощью этого, собственно, вот кода в try мы что-то вернули. Оно что-то только когда мы обратились вызовиться, мы отловили exception и обернули. Поддерживает все те же варианты с работой с коллекциями. Точно так же позволяет, носит еще свои какие-то там методы для восстановления. К примеру, мы можем recover что-то сделать, мы можем там посмотреть, что за exception. Ну, короче, вот много таких методов. Но это позволяет нам, во-первых, явно указывать то, что код возвращает exception. В принципе, это практика того, вот, там, если мы что-то допишем, что писать в сигнатуру с rows что-то там, или вернуть try. Try как-то более читабельно и понятно. Да, есть некоторый переизбыток на то, что мы создаем класс. Но в скале, да, есть такой момент, что там много создается краткоживущих объектов. К примеру, ну такие всякие вещи. В принципе, можно было порассказывать, но время, наверное, уже поджимает. Честно говоря, не смотрел на время, но, по-моему, время уже прошло, если... Честно говоря, тут у меня есть еще пара слайдов, но время вроде как вышло. Вот могу, в принципе, дальше дорассказывать, если кому интересно. Продолжай, кто не хочет оценить. Ну да, если кто выставился, думаю. Да, кому ничего не... Да. Вот. Айзер. Да, блин. Ладно, вот так порассказываем уже. Что-то я не то клацаю. Это такая штука, тоже монада. На самом деле ее называют херовой монадой, монадой, извиняюсь. Она позволяет содержать в себе два разных типа вообще. Лучше показать это на примере. У нас есть юзер, у нас какой-нибудь сервис, который там респонс. И вот мы, у нас есть, мы получаем юзера и потом матчим. Типа, если это сам юзер, мы используем сам. Типа, вот юзер, вот эта ссылка на него. И мы еще проверяем, если какой-то сервис, там, has access, короче, проверили, все, мы возвращаем write. Это, как я говорил, Айзер состоит из типа двух частей, право и лево. Ну, как бы это может быть или право, или лево, оно как бы из двух разных типов. Вот мы возвращаем, к примеру, write, это как user. Вот вверху, вот здесь видно, что у нас есть такой вот Айзер. А если это сам не прокатил он, или не прошел здесь, или вообще непонятно что, мы возвращаем left. И это уже может быть совершенно другой тип. Например, тот же сервис response, и мы говорим forbid. Это удобно тем, если нам надо вернуть из метода или то, или другое, и это будет какими-то совершенно разными типами, их там никак не выразишь, что-нибудь общее. Ну, в общем, вот такой вариант. Почему ее называют плохой? Потому что она немножко выбивается из концепции общей вот этой вот. Когда у нас есть какие-то общие-общие методы, там, map, в принципе, он встречается везде и всюду в скале. Вот, а для Айзер map нет, получается. Там надо будет делать pattern matching, смотреть, или право, или лево, и с ним уже что-то делать. Но, тем не менее, это хорошая концепция, когда вот у нас что-то возвращает или одно, или другое, и оно как-то совершенно как-то не контактируется друг с другом. Там много по теории. Вообще там дальше, если будет еще немножко времени, хотя уже нет, можно будет рассказать там на основе от монад, в принципе, на этом общие монады и заканчиваются. Там еще есть парочка таких. Но есть целая библиотека, которая добавляет много всякой магии из Haskell, то есть они там тупо там метод называют точно так же. Вот. И там есть интересные подходы. По крайней мере, некоторые можно использовать в Java коде, было бы удобно. For comprehension, это я говорил, вот в скале есть метод map, он типа такая священная корова, там еще есть flat map и фильтр. Вот это вот методы, которые встречаются во всех, все, что содержит какие-то коллекции, там вот это краеугольный камень, и он хорош тем, что, ну, так, например, while, do есть, все обычное. For comprehension, это вот очень-очень такая синтаксический сахар, который позволяет если, к примеру, у класса есть эти методы, мы можем его писать здесь. Можно было бы, конечно, рассказать, как он это компилирует, но вот он, к примеру, берет, у нас есть какой-нибудь там много зомби, каждого зомби он вытягивает и все убивает. Это компилируется в то, что зомби хордер вызывает map, что-нибудь там функция, первый элемент зомби, и типа эта функция вызывает этот kill.
Понятно, что вот, к примеру, все вот эти for возвращают значение. Там можно добавлять вот эти comprehension. Если еще глянем дальше, можно yield говорить. Это мы когда явно говорим ему произведи на выход какое-то значение в виде коллекции. Он будет это компилировать в flat map. То есть на выходе мы получим, к примеру, убитых зомби. Выглядит довольно странно. Вот есть хороший пример, я что-то подумал, даже что-то написал. У нас есть какой-то маппер. Он принимает какой-то source, это типа IO. Такая обертка над InbuiltStream'ом. Простенько. И какой-то тип возвращает. И есть URL. И возвращает нам try. Как бы хорошо. Вот мы говорим try, новая URL-ка. Мы получаем URL. Потом мы говорим URL open connection. Он тоже может бросить exception. Вот.